наши дети повзрослели, вспорхнули в жизнь, как птицы с ветки. Уже у деток свои детки, а мы живем, томясь в разлуке. Когда ж приедут в гости внуки? А мы живем, томясь от скуки. Когда ж приедут в гости внуки? Не спешите, дети, жить, не спешите, терпеливо ждем письмо, напишите. Как растут наши любимые внуки, и как бабу с дедом ждут взять за руки, чтоб пройтись дворами в дальние дали, где их мамочки и папы гуляли. Хоть 7 строчек письмо, хоть 7 фраз, у меня все хорошо, а у вас? Мы же стремительно прожили, своих детей недолюбили. С утра до полночи в заботе, дотла сгорали на работе. Что не додали бякам-букам, мы отдаем сегодня внукам. Что не додали бякам-букам, мы отдаем сегодня внукам. Не спешите, дети, жить, не спешите, терпеливо ждем письмо, напишите. Как растут наши любимые внуки, и как бабу с дедом ждут взять за руки, чтоб пройтись дворами в дальние дали, где их мамочки и папы гуляли. Хоть 7 строчек письмо, хоть 7 фраз, у меня все хорошо, а у вас...